Лукашенко сделал заявление об объединении с Россией. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Россия нарушит суверенитет Беларуси, то НАТО и западные страны будут втянуты в войну. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им, и в чем-то они правы», — подчеркнул Лукашенко. Также президент Беларуси заявил, что единой валюты и наднациональных органов управления у России с Беларусью не будет. В то же время он также сообщил, что вопрос объединения Беларуси и РФ должны решать народы двух стран. Выборов общего президента Лукашенко, по его словам, не боится. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России размещать свои авиационные силы в любом месте на территории страны, в том числе и у границ Украины. Таким образом, белорусский лидер отреагировал на слухи о размещении на территории его страны российской военной базы. По его мнению, гораздо проще было бы размещать войска и подразделения РФ без строительства базы, и он готов такого рода шаги одобрить. Лукашенко отметил, что инициативы о базе были лишь ненужным обострением с Западом. 50 самолетов хотите завтра посадить вот под Минском, сажайте. Под Витебском, пожалуйста, сажайте. Не надо никаких баз строить. Там огромные пространства, места много. Хотите под Смоленском где-то посадить, моя родина там, в районе Арши, там тушки сидели, ядерный боезаряд, ракеты несли в советские времена, мы вывели это в Россию, остался аэродром, я его восстановил, любые самолеты сегодня принимает, сажайте там. В любой точке. Но логично. Тема закрылась. «Я не понимаю, зачем надо было с Западом обострять», — заявил Лукашенко. Александр Лукашенко также высказался относительно реакции российских изданий, в том числе пропагандистских, на планы о размещении военной базы РФ в Беларуси и выразил скепсис, что авиационная база действительно нужна в этом регионе. Речь шла о том, что якобы, подчеркиваю, российское руководство намерено открыть базу в районе Бобруйска. У нас там этих аэродромов много после распада Союза. Открыть новую базу военно-воздушных сил. Зачем она нужна России вообще? Что, деньги некуда девать? СМИ начали вертеть. Я говорю, слушайте, Владимир Владимирович, зачем эта база прямо у границ? Любая ракета и аэродром выведены из строя. Авиация в современной войне не играет практически никакой роли. Самолет поднялся, его уничтожили мгновенно. Особенно натовцы, располагая таким оружием. В Украине в первые дни конфликта, сколько сбили самолетов, заявил глава Беларуси. Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой озвучил дату интеграции Беларуси с Россией. Весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован в ближайшие 2-3 дня. Осталось лишь решить несколько вопросов. Он также отметил, что стороны в первую очередь ведут диалог по экономическим вопросам, политические темы не стоят на повестке дня. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на канал, ставьте нравится или не нравится. Всего вам доброго.